Ладно. Это что? Волосы? Сопротивление? Сопротивление бесполезно. А? Я знаю, зачем ты здесь, и я тебя совсем не боюсь. Что? Кто ты такой? И как ты нашел меня? Ага. Кто ты такой и как ты нашел меня? Я не знаю вас, не знаю, как я попал сюда, но позвольте мне сказать. Здрасте. Как жизнь? Я Флинн Райдер. Как делишки, а? Кто еще может знать, что я здесь, Флинн Райдер? Так, красотка. Рапунцель. Будь здорова. Объясняю. Я был в непростой ситуации. Скакал через лес, увидел твою башню и режь... О, только нет. Где моя сумка? Спрятала. Не пытайся, все равно не найдешь. Она вон там, в горшке. А? Может, хватит? Вот теперь уж точно не догадаешься. Итак, для чего тебе мои волосы? Украсть решил? Что? Продать? Нет! Слушай, красотка, все, что мне нужно от твоих волос, это выпутаться из них в прямом смысле. То есть тебе не нужны мои волосы? Нет, да на что они мне сдались? Пойми, меня преследовали, я увидел башню, залез в нее, вот и все. Ты сказал мне правду? Конечно! Я знаю, но кто-то должен помочь мне. Он не врет, по-моему. И клыков нет. Ну, а что мне еще делать?